Так, давайте приступим. Давайте, наверное, вот с такого цвета возьмем. Так, это номер у нас 1523. Такой вот. Вот смотрите, тут такая баночка. Видите, здесь вот такое углубление, то, что мне не нравится. Вот. Такой цвет, его можно... Он розоватый, он не соответствует своему цвету, смотрите. Ну, а может быть, ничего, не знаю. Может, подойдет. Немножечко можно его перемешать. Так вот. Такой вот розовато. Такой грязная, грязная роза. Не знаю, как у вас на камере, но у меня грязная роза. Вот, ни разу им, девочки, не пользовалась. Ничего не могу сказать. Как он в носке. Ну, я всегда говорю, самое важное — это база и топ. И праймер тоже хороший должен быть. С Алиэкспресс я такими товарами не пользуюсь, которые вот, ну, которые, допустим, Винолиза там, тот же топ или база, или Азура, нет. Я пользуюсь хорошими топами, базами, которые действительно, как сказать, ну, будут держать основу лака, гель-лака, да, и со временем у вас не отойдет, там, не проносив пару дней, там, или там сколько, давайте кисточку так протерла. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, хорошими базами, топами, и тогда вы будете лак носить там 4 недели и больше. Ну, больше не советую, конечно. Так, берем немножечко так вот и наносим. Я вот, например, сейчас просто переломала свои ногти, потому что у нас много всяких таких работ домашних, и это ремонт делаем, поэтому вот так я всегда ногти вот делаю, да, я ношу по месяцу. Ложится, кстати, он очень хорошо, самовыравнивается, очень мне нравится в нанесении. Плотненький такой, честно, вот очень нравится, хороший. Смотрите, выравнивается. Я много просто взяла немножко. Вот. Так вот. Много на первый раз не надо. Я многовато хватанула. Даже можно немножечко растянуть. Хороший гель. Тут соринка у меня попала. Хороший гель, я им довольная. Ну, не пользовалась, правда, честно. Врать не хочу, знаете, девочки. Врать не хочу. Вот, сейчас немножечко я его подсушу. Чуть-чуть. Почему такой? Так, следующий у нас какой? Давайте вот этот возьмем. 1513. Они хорошо для френча, эти гели. Очень хорошо для френча. Вот. Смотрите, какой цвет красивый, шикарный просто. Такой, знаете, не знаю, как на камере. Очень красивый цвет. Ну и так, как самостоятельное покрытие, тоже будет очень хорошо. Коралл такой светло-коралловый. Очень красивый, очень. На камере он посветлее чуть-чуть. Вообще цвет шикарный. Шикарный. Прямо нравится, нравится. Хороший, отличный цвет. Вот. Так, надо вытереть хорошо. Так, ну что, давайте вот второй раз нанесем, да, вот это, чтобы мне тут не поперепутать по ничего. Вот это вот так. Так, это над первого, а это уже от второго. Нанесем второй раз немножко, потому что много не надо. Наносится, ну, прям супер, ну, действительно, вот ничего не могу сказать. Я уже многие попробовала гели, да. И дорогие, и дешевые всякие у меня есть. У меня очень большая коллекция лаков, гель-лаков. Кто меня смотрит, знают. Вот.
Смотрите, как ровненько. Ну, кисточка еще хорошая от Юли Белей. Вот эта кисточка. Я была в России, купила вот наборчик этих кистей. Вот. Очень они мне нравятся. Смотрите, как хорошо. Ну, прелесть. Ну, что, ничего плохого я не могу сказать, честно. Это правда. Вот, очень хорошо. Так. Быстренько просушу, да? И мне кисточку надо вытереть, чтобы следующее это... Вот, это проблема немножко каждый раз вытирать. Чем гель-лаки лучше, когда обзор делаешь, да, не надо кисточки протирать, потому что это, ну как, время сокращает, да. Тут надо и кисточку протирать, все. Ну, смотрите, как здорово. Так, закрываем. Это вот этот номер был. Очень хорош, понравился мне, он очень понравился. Так, теперь мы делаем вот этот. Вот, говорю, много первый раз не надо. У меня всегда много получается. Волосня тут какая-то. От кисточки, по-моему. Потому что я маленько не могу. У меня всегда много. Мне, правда, мне он нравится. У меня тут какие-то кисть, по-моему, лезет, потому что я ее сильно. Поэтому вот эти вот волосинки немножко. Потом, девчонки, я так часто сейчас не пользуюсь, да, вот гелем, вот такими. Я в основном гель-лаками, да. Но это для френча хорошо. И поэтому у меня кисточки вот лежат как-то. Вот смотрите, как тоненько и классненько. Ну, прелесть ведь, прелесть. Вот. Так, сейчас второй раз мы попробуем. Так, это вот сюда. Так, теперь мы вот этот откроем. 1510 номер. Так, вы видите, все мешать надо, потому что все гели стояли у меня. Красивый очень нудовый цвет, оттенок. Интересный такой. Такой абрикосик. Но только светленький. У вас роза. Розе. Ну да, он как розоватый. Такой абрикосово-розоватый. Обязательно надо перемешивать, потому что они же отстаиваются. Но вообще я эти гели советую. Правда, если я вот до этого делала выкраску гель-лака, какой там гель-полиш, да, что-то мне как-то... Ну, некоторые лаки ничего, да, но... А что-то как-то я не в восторге, знаете. Не в восторге. А вот это да, мне нравится. Винолиза вообще хороший продукт. Мне нравятся их продукты. Они действительно заслуживают внимания. Ой, девочки, что я делаю-то? Я неправильно. Неправильно. Я же вот этим покрываю. Господи, залезла, да. Ну, ничего страшного. Перепутала немножко, это потом у меня уже. Я уже вот эти, да. Ну, красивенький, смотрите, какой. Какой красивый цвет. Действительно шикарный. Алый такой. Надо мне действительно сделать. Может быть, даже я сейчас себе сделаю. Гелем вот этим вот ногти. Ложится действительно прямо супер. Супер-супер. Прям нравится-нравится. Так выравнивается. Вот если Кани, да, я не хвалю Кани, честно говоря. Да, неплохая фирма, но вот это мне Винолиза лучше, больше нравится. Действительно, знаете, прям, ну, шикарно, шикарно. Вот этот вот номер. Действительно шикарный гель, хороший. Хоть и вот в этих, что с этими такими углублениями, ну, ничего страшного. Я считаю, нормально. Хороший гель, правда, вот хороший. Заслуживает внимания, честно скажу. Так, что у нас тут просохло? Дальше мы идем, да? Так, вот. Так, мне надо кисточку обязательно. Вот, а то потом залезу я. Вот. Так, я хочу, чтобы цвет не путался, да? Вот я ее, видите, как так дергаю, поэтому вот у меня здесь
Ну, кисточка немножко, видать, не выдерживает. Я ее сильно прям... Ну вот. Все перемешала. Я, правда, даже не ожидала, что такой хороший гель. Вот действительно. Красивые оттенки. Такие нудовые. Шикарные просто. Действительно шикарные. Я редко хвалю, да, ну да. Если хорошее, конечно, почему не похвалить, да? А если плохой, ну, что его хвалить? Ну, можно сказать, ну да, неплохой там, да. Неплохой. Ну, вот это действительно хорошее. Ну, классное же, классное. Смотрите, как ровненько все выравнивается. Так, быстренько я это просушу. Так, следующий у нас вот это. Нет, давайте вот этот вот поярче. Так, это у нас будет оттеночек 1515. Вот я их, по-моему, по отдельности выписала. Я точно не знаю, лот это был или как. Вот я не помню, знаете, вот не помню. Вот, ну, похожие оттенки, да, но они... Вот этот темнее, чем этот. Потемнее. Потемнее. Ну, красивый какой. Не, хороший Винолиза, хорошие. Можно брать. Берите, не бойтесь, действительно, соответствует и цена, и качество, и цена недорогая на эти. Я вот не помню уже, сколько я отдавала, вот это тоже год назад было, я не помню, девочки, извините. Ну, как сказать, достойно. Так, второй раз мы, значит, покрываем чем? Какой номер-то? Вот этот, по-моему, да? А это вот этот. Смотрите, я все поперепутала. Ну, ладно, неважно. Так, кисточку тоже надо. Так вот. Видите, как я сильно. Да, вот этот вот. Ну, давай такой светленький. Красивый. Приятный такой, нежненький, нежненький. Абрикосик. Абрикосик. Нужно еще немножко. Смотрите, как хорошо. Перекрывает все, распределяется сам. Недаром хвалят. Действительно, я много очень отзывов читала хороших про этот гель. Много было хороших отзывов. Немножко побольше сделаю. Хороший, действительно хороший. Он не поджимается. Так нормальненько это. Есть, которые, знаете, подскакивают, поджимаются. Мне это вообще не нравится. Много таких, кстати, лаков. Ну, смотрите, как здорово. Супер. Да, я вот только недавно какой-то вот этот, по-моему, 15-й. Ну-ка, это 10-й. Или вот этот вот. Что-то я, девчонки, попуталась. Вот этот вот светлый. Вот этот. Это я много отзывов, ну, много читаю, что где лаки подскакивают. В общем, не очень-то, да, там получается потом. Вот. Вообще кисточки вот эти, кстати, классные. Юлия Белеева, может, у кого-то есть. Очень хорошие. Ну что, все. Приступаем вот к этому. Да, они похожи, но вот этот потемнее. Этот потемнее. Да, оттенок совсем другой. У них все разные оттенки. Да, там можно разные заказывать, по-моему, выбираешь. Ну, зайдете на Алиэкспресс, сейчас 11-11 распродажа, там посмотрите, наберете Винолизу, гели, там лаки. Там они выйдут все. В магазин зайдете, посмотрите. В магазине там все есть. Хороший магазин. Это много магазинов, которые, ну, как продают. Я, по-моему, даже в разных магазинах заказывала. Не в одном и том же. В разных. Так, следующий у нас гель вот такой. 1511. Это 1515 был. Ну, я так не по порядку. Вот видите, какой такой абрикосик, абрикосовый, нудовый. Такой загореленький цвет. Красивый, я такой люблю, просто обожаю цвет. Какой классный.
все-таки гели у меня хорошие стоят, лаки. Блин, а рук не хватает, чтобы маникюру, да, делать каждый раз. Ну, вот что сделаешь. Я увлекалась одно время, выписывала. Сейчас столько много у меня. У меня очень большая коллекция. Но я считаю, глупо еще, знаете, выписывать что-то, когда у тебя уже столько много. Да. Я уже хочу продать, может быть, половину. Потому что мне много столько тоже не надо. Вот. Так. Какой такой розоватенький он. Такой альтразе. Очень нежный, очень красивый цвет. Прям мне так нравится. Нежнятинка такая. Прелесть. Прелесть. Маникюры, знаете, я не хочу делать, честно говоря. Сейчас мне не до маникюров. У нас хватает. Ремонт делаем. Похоже вот с этим вот цветом, но этот более розовее и бледнее. Вот этот вот. Хватает у меня работы. Знаете, сейчас переезд на носу. Вот, вот этот вот. Потом все, как сказать... Разобраться с мебелью надо, что куда. Потом я в Россию собралась в марте поехать, уже билеты заказала. Ну, не в марте, в конце февраля. В общем, вот так, да. Надеюсь, я удержусь там, чтобы что-то не купить опять лаков или еще что-нибудь. Каждый раз, когда я приезжаю, я покупаю там павлово-посадские платочки, лаки. Что я туда еще привожу? Ну, верхнюю одежду иногда я беру, мне нравится, да. У нас в Германии, например... Ну, тоже хорошее, но вот в России иногда мне что-то я для себя нахожу, знаете, вот, может быть, кто-то скажет, там, ерунда, да нет, мне иногда нравятся вещи, вот, я что-то для себя всегда привожу, нахожу, потом у мужа у меня большой размер, он такой у меня здоровенький мужичок, и в Германии на него, да, одежда, это проблематично, большая проблема что-то купить. Так как у него большой размер, да, вот. И если вещи какие-то, есть специальные магазины для полных, там, да, мужские, женские, ну, для полных, вот ты смотришь, да, допустим, меньший размер, он, как сказать, дешевле стоит, если, допустим, на 2-3 размера больше, уже другая цена, представляете, на полных людей очень цена сильно подрастает кверху, смотрите, какой цвет красивый. Прелесть просто. Да, очень подрастает цена кверху, да. И, допустим, вот если костюм мы покупали с ним, такой хороший, дорогой костюм шерстяной, вот меньший размер стоил, допустим, 52, там, да, 54, да. Он стоил, допустим, ну, давайте возьмем 300 евро, да, или 250. 250, да, вот так. А на него уже больше размера. Там ему надо, знаете, какой, 56-й. Он такой крупненький. Даже 58-й иногда, если маломерка. Вот, на него уже идет цена. За 300 даже. А в России одна получается цена. И вот я много ветровочек, так, костюмчиков, там, курточек ему привожу. Я нахожу то, что ему нравится, знаю его размер. И я ему покупаю. Вот. Смотрите, какой красивый цвет, шикарный просто. Такой. Очень прям нравится. Поэтому многие говорят, нечего там покупать. А я всегда нахожу, что купить. Всегда. Я не шопоголик такой, знаете, я не транжира. Я умею деньги собирать и откладывать. У меня это не проблема, да. Ну... Если куда-то едешь, допустим, особенно в России, я уже раз сказала, мне хочется оттуда что-то купить. По своему хобби даже, да. Смотрите, какой цвет красивый. Я что-то нахожу. Потому что у нас многих магазинов нет таких. И товаров нет, как в России. Допустим, вот какой магазин, где вот... Как же он называется? Я забыла. Где для все для рукоделия. Как называется? Он и в Москве есть, у нас в Омске есть. И... Ну, как называется, забыла. Вот из головы у меня вылетело. Короче, там я много для себя нахожу. Всякие камушки, бусики, там пайеточки. В общем, для вязания, для шитья. Там все-все-все есть. У нас этого магазина нет. У нас есть другие, да, магазины, но такого нет.
Я поэтому туда приезжаю, тоже много закупаюсь. Они меня уже знают, когда я прихожу. Девчонки уже говорят: ах, вы приехали, да. Я много беру чего, что мне надо, да, для своего рукоделия. Так, какой номер-то, девочки, не сказала. 1506. Такой вот красивый цвет. Сейчас, если у меня в голову придет этот магазин, я скажу. Ничего, вообще вот из головы вылетело название, не помню. Потом Павлово-Посадские платки. Я их просто обожаю. У меня тоже большая уже коллекция. Ну как, не, ну небольшая. Ну такая средняя, да, небольшая, да. Но я все равно планирую еще покупать. Я очень люблю эти платочки. Вот в Германии у нас некуда их на голову носить, да. У нас он тепло, плюсовая температура, плюс 15, да, сейчас. Как сказать, на шейку там, да. Ну вот в Россию сейчас поеду, да, там все равно еще будет прохладно. Я поношу, кое-что еще докуплю. На сайтах я здесь выписываю. Но я решила больше не выписывать. Знаете почему? Потому что вживую все-таки лучше покупать, когда ты видишь. И получается, мне кажется, что в России все равно дешевле его купить. Вот я по ценам сравнивала, да. У нас вот тут как-то не бывает, что скидки, чтоб какие-то, нету скидок. Вот. На сайте нету скидок. А в России как-то смотрю, там уцененные есть. Как-то можно что-то купить, да, прикупить. В общем. Вот. Девочки, я уже радуюсь, что я скоро поеду, что я там скоро еще что-нибудь куплю. Ну, естественно, что я еще могу там купить? Ну, вот лаки, да, для ногтей, допустим, наши российские марки, да, мне очень нравятся. Ну, может быть, импортные какие-то я куплю, не знаю, я не буду загадывать, потому что я такая вот увижу, мне понравится, я могу купить. Вот смотрите, как от кисточки волоски падают. Ну, я, конечно, ее дерибаню, да, там, дерибаню сижу. Руки уже все такие. Так, давайте вот это он все от нее. Потом, что я еще могу купить? Обувь посмотреть. Вот. Не знаю, какую. Но вот один раз я покупала турецкую. Да, мне очень понравилась турецкая обувь. Хотя у нас в Германии тоже есть, но она дороже стоит. Вот поверьте мне, дороже. Там в России, да, дешевле. И вообще, многие товары в России я нахожу. То, что даже у нас в Германии есть, они дешевле. И хорошие, вот тоже опять кисточка попала. И хорошие, девочки, понимаете? Не просто там какую-то ерунду я покупаю, а хорошие. Для себя я много что нахожу. Турецкие товары тоже хорошие. Ну, естественно, ни мыло, ни шампунь, это все отпадает. Вот. Это отпадает, потому что это я у себя здесь покупаю. Ну, хотя российская. Мне очень нравится. Вот смотрите, какой цвет красивый, нежненький. Я очень люблю российское производство. Допустим, духи. Я этот раз привозила. Мне они очень понравились. Муж тоже пользуется, ему нравится. Он мне уже тоже заказал, чтобы я ему привезла. Там, ну, кое-какие он хочет, да. Ему очень тоже понравились. Смотрите, серенький цвет такой-то. Красивый. Вот, российские духи, да, я не помню, чье производство, но хорошие, кстати, очень хорошие. Вот. Так, ну что, давайте второй раз, цвет такой красивый, вообще обалденный. О, девочки, что я сделала? Ну ничего страшного, тут уже высохло, все намазала, короче, куда не надо. Мазала куда не надо. Ладно, мне все равно этим покрывать топом. Ну, в общем, такая невнимательная. А что я хотела еще сказать-то? Да, про духи разговор был. Короче, нравятся мне там духи наши советские. Очень нравятся. Вот я планирую. Так, еще опять. Вот это, смотрите, как она лезет. Или я ее так сильно дербаню, или что. Планирую еще купить, да? Духов мужу себе. Они такие вкусненькие, запах приятный. Так, естественно, девчонки, я импортные духи, ну, вот французские там какие-то, это, разные другие, я покупать не буду, кроме советских. Только советские, потому что в парфюмы у нас настоящие все в Германии. В России, я не знаю, мне кажется, там наверное, не купишь настоящий, там все подделка. Мне кажется, я не знаю, я ничего не говорить не буду, но я уже много слышала девчонок. Все покупают в аэропортах. Смотрите, тут что-то попало, я не могу убрать.
или где-то еще, да. Ну, духи я, конечно, это так не могу. Я на кисточку что-то попала, какая-то ерунда на кисточку. Наверное, скорее всего, это да. Немножечко так пройдусь. Мусор какой-то. Это я руку занесла, наверное. Все, давайте я просушу. Вот. Да, духи. У меня духов хватает. У меня очень много духов. Вот. Вот этот вот, да, по-моему. Да, вот этот. Вот. 1506. Духов хватает. Что мне надо? Ну, может быть, в аэропорту, да. Куплю, может, крема какие-нибудь. Духи, не знаю. Посмотрю. Если мне что-то понравится. Я обычно покупаю, если мне что-то нравится. Я загадывать не буду. Да. Загадывать я не буду. Я сейчас на Алиэкспресс хочу тоже много чего заказать. Мне там много товаров надо. И вот хочу на 11.11. Сообщения мне идут, идут, идут. Вот какой цвет красивый, смотрите. Шикарный. Ну, гель шикарная, конечно. Мне очень нравится, правда. Вот, правда. Тут без всяких этих, девчонки, без всяких... Правда говорю. Прям нравится, нравится. Без обмана, без всякого. Мне это вообще все равно. Возьмете вы там или нет, купите или что. Потому что я ссылку-то оставлять не буду. Вы сами зайдете. Ой, на вино это зададите, Винализа, да. И смотрите, я все пальцы себе залепила этим. Зайдете, зададите, да, и вам там выйдет какой магазин. Их много где продают. Ну, в принципе, так. Еще мне надо теперь это. Кисточку помыть. Вот я ее всю уже раздербанила. Вся уже лезет. Вся лезет уже. Ой. А, что я еще в России хотела? Девчонки, я перескакиваю с одного на другое. У меня мысли путаются в голове. Потому что всего слишком много. Уже ночами перестала спать. Ночами перестала спать, потому что думаю обо всем. Этот ремонт покоя не дает. Знаете, вы не представляете. Столько вообще всего надо. Каждый раз, вот сейчас мужа жду с работы, сейчас вот сделаю видео для вас. И опять мы едем в магазин, опять в хозтовары, как не в хозтовары, а стройтовары, вот. И опять нам надо там всякие там палки, железяки, всякие эти, как сказать, кледеры, ну, клеи. Потом, потому что там сейчас они нас бат начали делать. В общем, там какие-то, что там на... Ой, дофига надо, вы не представляете. Деньги летят со скоростью ветра, знаете, со скоростью... В общем, не буду ничего говорить. Ужас, просто ужас. Ну, вот так вот. Покрасила, сейчас просушу. И, короче, это... Не успеваю рассчитываться. Он без меня не ездит, потому что я финанс-директор. Я все за все как счета веду, сколько у нас чего. Но это правильно, знаете. Надо знать, куда деньги уходят, на что деньги уходят. Потому что можно это так, на, так сказать, напокупать, что потом это... И не знаешь, куда деньги-то ушли. Вот, девочки, такие вот дела мои хорошие. Так что я вот финанс-директор, а муж у меня закупается, только я рассчитываюсь. Желтенькая, смотрите, какая красивая, цыплячья. Он такой не цыплячий цвет, а лимонный, вот, лимончик. Не цыплячий, нет, красивый лимончик. Лимончик, лимончик. Поэтому вот сегодня сейчас придет, уже быстренько хочу закончить все, и поедем это опять закупаться. Вот опять сообщение пришло. Так, сейчас все. Второй раз покрываем. Жду быстрее, чтобы закончить, пока его нету. Сделать видео. Не знаю, сегодня смогу я вам его сделать, не смогу, не знаю. Если время будет. Просто время фантастически не хватает. Вот категорически не хватает. Вы не поверите. Вот утром встанешь, вот все вот так вот. Вот видите, какой цвет красивый. Все бегом, все бегом. Вот так целый день проходит, не поверите. Целый день. А то с кошками, то еще что-нибудь там, то чистить, то шиншиллами чистить клетки. В общем,
Вот так вот я целый день на побегушках. Целый день. У меня, правда, времени не хватает. Вот дома вроде сейчас я, да, бегаю, все суючусь, что-то делаю, складываю. То готовишь, кушать тоже надо. Вот. Так, желтенькое делаем. Вот передача началась. Что там за передача? Ну, я редко смотрю. У меня телевизор идет, да, у нас русский канал, да, идет. Но я редко смотрю, знаете почему? Потому что это... Так вот сюда сделаем, наверное. Ну, некогда его смотреть, знаете. Вот он просто идет, чтобы не скучно было. Вот там что-то говорят. Я даже не смотрю, я просто слушаю. Вот, что там передача какая-то. Первому каналу, да, первый канал, да, первый канал. Ну, фильмы иногда вечером мы так еще с мужем посмотрим, сериалы вот эти идут. Сейчас интересный сериал начался, вот я вроде как его еще это могу посмотреть. А так, чтобы, знаете, смотреть, сидеть там целыми днями, у меня времени вообще нет. Я даже, знаете, с подружками своими не встречаюсь, никуда не хожу. Посмотрите, какой цвет красивый, лимонный. Потому что нет у меня времени, на меня все обижаются, куда я пропала, что такое случилось, что, да, куда. Вот, ну, вот так вот пропала, потому что много всякой работы, всего. Думаешь, что купить для... Вот нам сейчас двери надо заказывать, да. На следующей неделе они уже там двери будут ставить или что, не знаю. Ну, там еще много, да, еще много. Второй этаж, у нас же двухъярусная, второй этаж. Вверху спальня, внизу зал, столовая, кухня. Как гостиная. Красивый зеленый такой, знаете, травяной цвет, очень приятный. Ой, в общем, вся я такая вот... Сдернутая, все, вы знаете, я скажу, все на нервах. Немножко сейчас идет все это на нервы, потому что, ну, правда, вот брать не хочу. Все куда-то бежишь, спешишь. В общем, вот так, девочки. Поэтому красивый цвет. Поэтому вы сильно так это, если я что-то, вот я пропадаю, я целый месяц видео не выставляла, целый месяц, потому что мне времени не было. То ли видео сидеть делать, да, там снимать. Это время, знаете, вы не представляете, сколько на это время уходит. Иногда думаешь, нужно тебе это или не нужно. Потом, когда тебе еще начинают гадости писать какие-то, знаете, девочки, видео вот снимать, чтобы для вас видео снять, вы не представляете, это столько времени ходить с этим, с этой камерой, да, вот это все снимать, показывать вам, да. У меня опять грязь попала. Показывать, да, это время. Во-первых, ходишь, ты толком ничего не смотришь сам, ты только снимаешь. А мне надо, допустим, мы идем, нам надо выбирать, там покупать. Может быть, уже хватит с камерой, говорит, надо уже смотреть, что мы будем брать, да. А я хожу с камерой, фотографирую. Вот. А потом, да, это еще одно. А потом приходишь домой, да, еще начинаешь это все смотреть, монтировать, что надо, не надо, выбрасывать, в общем, что поставить. Ну, в общем, знаете, это непросто. А потом вы еще некоторые, да, не все, в основном девочки хорошие. А многие есть такие, что начинают гадости писать, там то не так, это не эдак. А вы сами сделайте, попробуйте, посмотрите, как это. Знаете, это не каждый может сказать, можно, но это работа. Это работа, действительно, девчонки. Это не просто. Вот. Это такая работа, такая, как сказать, ну, действительно, работа. Вот. Сейчас я возьму вот эту штучку, вытеру. Вот у меня кисточка грязная. Я заболталась, я совсем уж болтаю. Ну, не обижайтесь, конечно, что я вот некоторые говорю, там пишу, да. Ну, пишут, есть люди пишут. Или ошибку ты где-то сделаешь там. Ну, бывает не без этого, знаете. Бывают ошибки выскакивают. А знаете, почему еще, я сейчас вам скажу, выскакивает. Вот у меня почему-то клавиатура, да, она у меня отдельно. У меня не прилеплены там буквы, да, на лэптопе. И она у меня отдельно. И у меня иногда получается, что нажимаю на букву, да, у меня выскакивает по две буквы, бывает даже по три. И бывает, что что-то неправильно выскочит, да. И я не посмотрю внимательно. Не то, что не посмотрю, а, ну, надеюсь, что правильно, да. Оно там раз и не та буква что-то, да.
И все. Я потом вот так вот запущу видео, да, ролик. А все потом, мне многие пишут, вот вы там мягкий знак или что-то, да, там. Ну, вообще такое бывает. Смотрите, какой цвет красивый. Вот, и... Ну, что сделаешь? Ну, не без этого бывают ошибки там. Понятно, что если сильно там грамматически. Ну, было у меня, да. Я иногда, знаете, вот пишу по-немецки, да, я русские буквы вставляю. Бывает у меня, я пишу по-русски, я немецкие вставляю. Уже даже вот в разговоре, да, в разговоре. Вот я говорю, я начинаю думать уже как... Я не забыла русский, нет, я не хочу сказать, что я забыла русский язык, да. Но у меня бывает такое, что... Я хочу сказать, у меня правильно не получается смысл по-русски уже даже сказать, знаете, вообще не знаю почему. Хотя я нормально же говорю, да, но я начинаю думать, как бы правильно сказать. Вот это что-то ерунда какая-то уже. И так вот думаешь, думаешь, ну ничего себе. Уже думаешь, как сказать правильно. Вот в чем дело-то. Не то, что уже написать. Это вот действительно правда. Вот. Вот этот желтенький, немножко, когда я его наносила, он мне немножечко полосил. Все вот эти классно. А вот этот зеленый вообще супер наносится. Так ровненько все. Так нравится он мне. Такой, знаете, травяной красивый цвет. Шикарный просто. В общем, так вот сказала свои мысли вам. Вот, девчонки. Хорошие. Я вам, правда, вот от души советую вот эти. Вот честно, у кого нету, купите хорошие, вот хорошие. Желтые можно не покупать, там зеленые, а вот эти вот все классные. Ну, давай, допустим, для френчика. Да даже так покрыть, знаете, классно, мне нравится. Вот, все, кисточку мою. Так, много я насвинячила тут уже, чтобы скатерть не запачкать. Так что, девочки, вот, иногда, знаете, начинаешь говорить что-то, теряешься, забываешь, понимаете, смысл уходит как-то, не знаю почему. Вот без камеры вроде как-то ты там, когда камеру ставишь, все начинается там что-то, думаю, как-то волнение какое-то, я не знаю почему. Ну, я уже, честно говоря, немножко привыкла. Раньше я вообще не могла под камеру, знаете, у меня такое было волнение, как будто это, как меня парализовывало, я не могла даже. Смотрите, как классно. Сейчас покрою лаком сверху. Вообще не липко, абсолютно не липко, без липкого слоя. Классный, вообще классный. Но топом-то надо все равно. Вот. Вот, следующее еще у меня видео будет. Это у меня одно будет видео с этими гель. Или, может быть, сразу вместе вставить. Вот эти у меня еще. Они такие растекашки. Я уже показывала. Не знаю, выкрашивать их или нет, ну не знаю. Вот видите, вот сейчас вам покажу. Вот они растекашки. Так вот они растекаются по-всякому. Вот, и вот это у меня еще тоже растекашки. Вот. Разное можно что-то там делать. Такое вот. Не знаю, делать вам, не делать. Ну, в следующем, наверное, я сделаю видео. Может, кому-то интересно будет, знаете, кому-то, всем по-разному, девочки. Кому интересно, кому не интересно. У каждого разный вкус, знаете, как говорится. Так, ну все на этом, девчонки. Все. Так что это была Вина Лиза у меня. Хорошая, вот хорошая, ну правда, вот советую, прям советую. Я вам ссылки, девчонки, оставлять не буду, потому что это я год назад все покупала. Все уже старое, ссылки, наверное, сгорели. Я от этого, честно говорю, ничего не имею. Вот, знаете, я вам сейчас честно скажу. Дают те ссылки, в основном, я не знаю, может, я не права буду, может, что-то не так я говорю. Кто что-то имеет, заключает какие-то, может, договоры там с продавцами, да, они от этого что-то имеют бесплатно. Я ничего не имею. И ссылки давать, вы знаете, это так долго, это все там, все делать. Мне многие говорят, вот почему вы ссылки там не даете. Да не хочу я, поначалу давала. Вот знаете, сидишь... Меня час больше занимает времени только на эти ссылки. Это тыкаешь там, это переносишь. Знаете, неблагодарная работа, а потом, когда тебе еще начинают и гадости говорить, а ты сидишь, и так на видео уходит часа два монтировать, или три даже, знаете, а еще снять, не считая съемок. А потом тебе еще начинают втыкивать, что ты там, что-то, знаете. Я считаю, что нет. Если бы я что-то имела от этого продавца, да, там, я не знаю, договор какой-то, чтобы я там ссылки на его магазин давала. А какой смысл давать, да?
Для, на кого-то работать, что ли, за бесплатно? Это получается так. Я, честно говоря, девчонки, не хочу. И мне это не надо. На китайцев работать, знаете. Пускай они сами на себя работают. Я им не нанималась, честно говоря. За свои деньги все покупаю. За свои. И никто мне это не оплачивает. Честно. Так вот. Так что спасибо всем за просмотр, кто смотрел меня. Извиняюсь, конечно, может, я что-то не то наговорила. Девочки, всем пока-пока и до новых видео. Спасибо за внимание.